О создании Приднестровья впервые заговорили ровно 33 года назад. 13 сентября 1989-го в Рыбнице была сессия народных депутатов. Идею создания на территории Приднестровья автономной республики высказал тогдашний директор ММЗ Анатолий Беличенко. Он предложил обратиться с этой инициативой в Верховный Совет СССР. Все это стало закономерным ответом на националистическую политику властей тогда еще советской Молдавии. Республика была создана кем? Эта республика не была создана белыми воротничками, как декларировала Молдова. Республика была создана народом Приднестровья, его представителями. Идею создать приднестровскую государственность поддержали, решили вынести вопрос на референдум. На следующий день такое же решение приняли депутаты Тираспольского горсовета. С этого началась история Приднестровья.